Новый пешеходный переход, светофоры и лежачие полицейские – все это уже довольно скоро появится на улице Мира. Ремонт проводили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорогу, да, вот заменили дорогу, красивую у нас стало везде. Все хорошо, очень удобно. Водители пропускают, жаловаться нельзя. Всего в рамках нацпроекта в Самаре был запланирован ремонт 40 объектов, но дополнительно включили еще 11, в том числе участок на улице Мира. Все потому, что из заложенных на это средств удалось сэкономить существенную часть, не в ущерб качеству. Раньше на данном объекте были выявлены многочисленные дефекты дорожного покрытия. Выбоины, просадки колодцев, просадки ливневых колодцев. Вот после ремонта все данные замечания были устранены, дорожное покрытие находится в идеальном состоянии. Ремонт дорог был выполнен картами общей протяженностью 9 километров. Для этого использовалась высокопрочная смесь. Готовность всех участков 99%. Дарья Зотова, Новости губернии.